Я вас приветствую, дорогие друзья. Так, ждем, пока подключается. Так, вот Facebook пишет, что в эфире собираем для вас аудиторию. Подайте сигнал, что все окей. Если нормальное качество звука и так далее. Давно просто с вами не виделся, хотел на самом деле переговорить. Так, пока читаю новости, значит, смотрю, что происходит дома. Очень жаль, что проходят очень важные дни в истории нашей страны. Очень жаль, что в течение этих дней меня не было в Молдове, но поверьте, то, что я делаю, во-первых, был на больничном некоторое время, сейчас более-менее порядок, спасибо всем тем, кто переживал, все те, кто писали все это время, подавали очень много инициатив. Касаемо продвижения нашего кандидата Дмитрия Алексеевича Чубашенко, касаемо того беспредела, который творит Плохотнюк и его люди по всей стране. Вы знаете, я всегда относился положительно к тем людям, которые являются профессионалами своего дела. Ну, помните, мы вместе с вами боролись против режима Плохотнюка, не дали стать ему премьером. Под давлением и признанием параллельно Вашингтонского обкома они избрали все-таки Филиппа, как ночью по секрету давали присягу, так сегодня и работают. Меня разочаровывает действие силовых структур, потому что все-таки я рассчитывал, что определенные люди будут заниматься той работой, которая им положено заниматься, а не вылизывать разные части тела Плохотнюку для того, чтобы показать им свою преданность. Сегодня в стране полный правовой беспредел, для вас это не новость. Они пытаются за счет любых провокаций удержать власть в стране. Поверьте, они пойдут на кровь для того, чтобы удержать, потому что у этих негодяев ничего святого нет. Вы знаете, я иногда даже начинаю жалеть, честно вам скажу, что мы всегда пытались все делать по закону. А этим Плохотнюк пользовался для того, чтобы укреплять свой бандитский режим, для того, чтобы назначить некоторых своих мусоров, это я так про полицейских, потому что есть полицейские, а есть мусора. И разница очень большая между работником полиции и мусором, да? Это люди, которые сегодня ходят, готовят очень серьезные провокации против наших представителей в районах. Это люди, которые сливают не только материалы из уголовных дел, а готовы даже использовать свою личную агентуру для того, чтобы возбудить дело на кого-то из лидеров оппозиции. В данный момент говорю про себя, и чтобы не были такими умными, не думали, что если усатый находится в Европе на больничном, то он ничего не знает. Знаю я намного лучше их, что происходит. Все эти их секреты, они там создали рабочую группу, МВД, прокуратура, получили от таких же судей получили, значит, разрешение проводить обыски у некоторых. Поэтому, ребят, будьте внимательны, потому что сегодня то, что они приготовили, это там мандаты на аресты там порядка 15 человек. Плохотнюк хочет из этого устроить шоу. Вы же видите, как он раздувает байки про мафию. Уже привязал меня через порно-карикатуру Тимпу, значит, и раскручивает по всем. Журналистское расследование. У Усатого не было бизнеса в России.
крались деньги, перечислялись деньги на компанию, не было никакого бизнеса. Есть альтернативный завод в Ижевске, в Туле. У Сатова ничего нет. Ну, просто больные люди. Те, кто этот бред писали, и те, которым не стыдно этот бред продвигать. Ребят, вы вникните, посмотрите на сайт компании. Хочу сообщить, что есть два завода, которые производят твердосплавный инструмент. Один – это наша компания, есть такой же завод в Кировограде, именно Кировоград, который в России, где мы на испытаниях показали результаты, по которым некоторые наши инструменты были намного лучше. Даже Сандвика – это мировой производитель. О чем вообще речь? Поэтому сегодня компании, я говорю про компанию ВПТ на Нижний Новгород, на которую они посмели писать там всякую чушь. Поэтому сегодня мы являемся партнерами уже Сандвиком после того, как нас признали, как менеджеров, как производителей, как людей, которые умеют созидать, увеличивать рынок, влиять на безопасность дорожного движения, когда такие компании, как Сандвик, компания Prammit, Чехия, это стали нашими партнерами. Мы сегодня представляем их интересы в России. Некоторые инструменты, они, скажем так, первый цикл проходит у них, следующий у нас в Нижнем Новгороде. Мы также являемся эксклюзивными дилерами этих компаний. Ну, то, что телеканалы Плохотнюка привыкли всякую порнуху писать, вчерашний этот репортаж там, убрали Горбунцова для того, чтобы расчистить дорогу Платону. Плохотнюк знает прекрасно, очень хорошо знает его люди. Мое отношение к Славе Платону, я Платона видел в жизни, наверное, порядка 10 раз. Не имел с ним никогда никаких бизнесов. И хочу вам сказать точно, не буду их иметь. У меня специфическое отношение ко всем этим транзитным пассажирам в Молдавии. Но я хочу сказать, что Плохотнюк от Платона ничем не отличается. То есть то, что Плохотнюк его сегодня переиграл, свалил все на него и пытается очиститься. Потому что ведь то, что пишет Плохотнюк про меня, чтобы вы понимали, этим всем занимался, всю жизнь занимался он. То есть это его стратегия, скажем так, свалить все, там, весь удар, там, на кого-то что-то свалить, все отправить в противоположную сторону. Но хочу сказать, что я не бездельничаю. Очень много вещей готово. Плохотнюк готовит аресты, готовят обыски, но мы это проходили, выстояли в 2014 году. Очень много работы есть в России, в странах Евросоюза, связано с нашими гражданами, которые за рубежом. Я видел, как подходили ребята в Европе, которые подходили на улицах, как они подходят в Москве. Мы будем встречаться, обсуждать с вами и обсуждать тот день, когда мы покончим с режимом Плохотнюка, потому что другого варианта я не вижу. По поводу моих персональных амбиции, там некоторые политики заявляют, что вот Усатому не дали участвовать в гонке. Это, ребят, да, Плохотнюк второй раз снял меня с выборов, скажем так, расчистив дорогу своим кандидатам. Ну, послушайте, сегодня у меня не стоит задача стать президентом. Мне стоит задача уничтожить режим Плохотнюка. Все эти его грязные уголовные дела и то, что они под большим секретом сегодня мне фабрикуют самое серьезное дело для того, чтобы обвинить меня в самых страшных преступлениях. Плохиш, твои мусорята должны еще учиться и учиться многим вещам. Как бы вы там ни скрывали. Я очень жалею о том, что такие полицейские, как, например, Валентин Зубик, которые я не ожидал. То есть, да, понятно, он был всегда человеком Влада, но то, что он ездит там по домам, узнает, кто у меня работает в Москве, кто у меня в охране, как с ними связаться. Плохиш дал задание устроить мне провокацию в Москве? Или, может быть, решили покончить со мной так, как Плохотнюк решил кончать со своими конкурентами? Не может меня сегодня закрыть, решил меня отправить на тот свет? Думаю, не получится. Ну, по крайней мере, пытаться могут, может быть, получится. Ну, получится, по крайней мере, останусь в истории, который человеком, который против этих негодяев боролся до конца. Нет проблем. Мне известно все то, что еще этот, как его,
кроме Зубика. Ну, ребят, я не буду раскрывать некоторые вещи. Есть определенный фильм. Значит, Плохотнюк, у нас специалист по фильмам, придумывает байки про русскую мафию, привязывать меня к похищенным деньгам в России. Плохиш, я никогда не фигурировал даже в оперативных делах. И кроме твоих вонючих сайтов и твоего экс-партнера, которого ты крышевал еще при Воронине Горбунцова в Универсалбанке, я этим никогда не занимался. И это все прекрасно знают. И никогда ни в каких странах не фигурировал, в отличие от него. А он тут у нас разошелся. Мафия, туда-сюда и так далее. Сейчас, кстати, навожу порядок. Тут определенные архивы, там, талмуты. Значит, вытаскиваю. Смотрю материалы по 15-му году, по 14-му, по 13-му, по 12-му. Он всегда хвастался там, он все сливает в интернет, прослушки Усатого, где Усатый там блякает, видите ли, ужасно, понимаете? Значит, вот Усатый говорит по телефону с представителем преступного мира. Да, я хочу вам признаться в том, что я разговаривал с преступником Плохотнюком, причем разговаривал с ним за всю жизнь, особенно до политики, если после начала политического проекта это было не так много, до этого говорили много. И относился к нему как к человеку, к бизнесмену совсем по-другому. Но то, что сегодня стать хозяином страны, сопос каблуш и шагата, софакут мари император. Каблуш или плохиш, думаю, перейдет на босоножки, причем в зимнее время, если такой умный. Значит, постоянно идут какие-то сливы, потому что вот эти мусорята, которые запишут там кого-то там, разговаривает кто-то с платформы по телефону, бежим к Плохотнюку. Сфотографировали кого-то к Усатому, бежим к Плохотнюку. Сделали друг другу там где-то по минету в подъезде, бегут к Плохотнюку с селфи. Вот так работает. Но есть очень порядочные ребят. Значит, на тему, если там что-то произойдет, значит, и тот секретный план Плохотнюка, что Усатого возьмут так же неожиданно, как они взяли Платона, как бы они там не засекретили. Я же говорил, что Плохотнюк проглотил Платона, но мной он точно подавится. Человек, который считает себя хозяином, который... Я включу некоторые фрагменты, так, для того, чтобы скучно не было. И, по крайней мере, чтобы СМИ хотя бы один раз его услышали. Да? А так все мафии, все бандиты, а плохие, что у нас там... Спаситель Молдавии, координатор. Я избавлю страну от Плохотнюка, чего бы это ни стоило. Пусть это, как вам объяснить, дальше руководите вы, пусть приходят молодые ребята, пусть специалисты вернутся в Москве, которые пашут на стройках в Москве, которые сидят, работают официантом в Италии в ресторанах, собирают фрукты в Португалии и так далее. Ребят, возвращайтесь домой, руководите. Но вы не можете вернуться, нормально руководить, участвовать в конкурсах, занимать те должности, которые вы заслужили, потому что есть... Это вся вонючая клоака, которую, ну, просто, к сожалению, вы развалить не сможете. А я для вас все расчищу, подготовлю, вы руководите. Я буду приезжать радоваться. Может быть, доверите мне должность посла в одной из стран. Пригласите меня на другую должность, ребят, там, где я смогу, с удовольствием. Поэтому, так, мы все говорили про плохиша. Я включу буквально один фрагмент, чтобы вы видели, как плохиш ведет себя на планерках, да, для того, чтобы у вас было представление, он же там с детьми у нас фотографируется, там спасает детство детям, строит им детские площадки, уходит на 10-20 метров, там, ребята из аппарата, не боюсь об этом говорить, потому что у Плохотнюка их больше, чем надо, и они говорят, представляешься, говорит, он там открывает площадки, после этого там разворачивается, подходит, чему заебит, копки ешьте и так далее. Ну, вы представляете, это что, человек, который искренне. Можно думать что угодно, но точно, по крайней мере, у меня вот этой резиновой маски, этой фальши, как у него и прочих этих политиканов, никогда не буду. Останусь я всегда таким, какой я есть. Так, плохиш уну, да? Послушайте буквально так, секунду. Плохотнюк очень хорошо поймет, о чем идет речь, а вы увидите. Нет, там идет ответ. Ты давай говори или нет?
Так, стоп. Что-то... Не туда заехал, просто тут эти жесткие диски. Как... Так, это... Ой, чтобы он не думал, что это все у него получится по секрету, весь беспредел его выйдет. Будет неинтересно. Это запись там Плохотнюк, как он решает вопросы. Вы видите, лай Асняр де Куру, генерал Аеся, Менс, Аше, Аще, Аше. Ребят, все это станет достоянием народа, поэтому Плохотнюк и атакует больше всего меня из всех политиков. Ну, иногда обгоняет, конечно, Андрей Настасов с платформы. А так реально он понимает, что я ему точно не по зубам, поэтому будет делать все для того, чтобы уничтожить меня. Но сила в правде. Я буду идти до конца, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить всех тех, кто организовывает встречи Дмитрию Алексеевичу в городах, районах. Я хочу извиниться, что я не попадаю. Просто, ребят, физически, к сожалению, это не было возможно. Сейчас особенно самые важные дни. Надо доработать вот все эти вещи, которые Плохотнюк считает самым большим секретом и знает только он. С Паларя, миллиарди и так далее. Мне будет интересно, как поведет себя молдавская генпрокуратура, когда это все будет официально опубликовано с комментариями. Что он где имеет в виду. Очень многие вещи он сам говорит. И так далее. Вот. Насчет детских площадок пишут, что Плохиш это у вас обезьяничал. Ребят, я делаю детские площадки и фонд, который специально был создан, который помогает людям. Это деньги, которые я перечисляю. Это деньги, которые я зарабатываю, за которые я плачу налоги. И потом строю детские площадки. В отличие от них, я же говорил, у меня нет проблем с домами, с участками, квартирами, автомобилями и так далее. Но вспомните 2014 год, когда Плохиш снял с выборов, когда Усатый был самым богатым кандидатом в депутаты. Послушайте, если сегодня все то, что у меня есть, стоит там, не знаю, там порядка там 30 миллионов долларов, я имею в виду по рыночной цене, там, участки, дома, компания, есть некоторые там партнерские соглашения, которые сейчас, я думаю, начнут давать серьезные результаты, связанные со строительством, с инвестициями, производство твердых сплавов. То есть я это не скрываю. А тут, представляете, Плохотнюк, который украл сотни миллионов долларов в стране и крал их 10 лет, он у нас оказывается беднее Усатого как кандидат. А вся разница в том, что я просто все декларировал, а он то, что хотел. Значит, тут вот надпись: чем выше каблук, тем ниже залуп. Интересно. Вот. Ребят, огромное спасибо. Ну, пожалуйста, давайте будем немного активны. Вы видели, как они сегодня издевались? Я внимательно следил за тем, что происходило перед парламентом. Он просто продолжает издеваться.
у него есть крыша в лице американцев. А есть два варианта. Можно сидеть ждать, пока американцы сами его кончат, как всех остальных политиков, с кем они работали. Но я считаю, что это неправильно. Поэтому все будет в порядке. Значит, ребят, значит, спасибо всем. Я вижу очень много положительных комментариев. Делайте, пожалуйста, перепосты. Значит, для того, чтобы максимальное количество людей увидело это видео. Извините, если что-то происходит, может быть, не так, как вы этого ожидаете. Я, поверьте, перед этими мразями я никогда не склоню голову и никогда не пойду у них на поводу. Значит, скоро будет очень интересный день, где я буду говорить о вещах, которые, знаете, насчет многих намекал, но никогда не говорил, потому что понимал, что могу сорвать определенную ситуацию или определенную даже операцию, но скоро станет все ясно. Значит, и вот эти страшилки, которыми пугали, что там усатый блякает с кем-то по телефону, я говорил 100 раз, что буду говорить с кем угодно и о чем угодно, лишь бы это приносило пользу людям, и самое главное, чтобы это было абсолютно все законно. Поэтому я могу быть разным, могу быть добрым, могу быть с подлецами очень жестким, иногда наглым, но я никогда не был жестким и наглым по отношению к простым людям, по отношению к нашему народу. Иногда приходилось заигрывать, иногда приходилось, как вам сказать, входить в ту или иную роль, ну, потому что по-другому не было бы даже того, что вы все услышали там, и то, что вы увидите там часы про Плохотнюка, увидите, как он разговаривает, да, с людьми, как он дает команды, что он говорит про судей, что он говорит про прокуроров, что он делал с Платоном. Сегодня он от всего отказывается. Ну что, плохишь, ну поживем, увидишь. Поэтому все равно вы помните, да, историю про плохиша. Плохишам все равно, ребят, не место среди людей. Им место в хлеве, в тюрьме, на зоне, куда они должны отправиться. Я не буду ходить в каблуках, как Плохотнюк, не буду ходить в жилетке, чтобы торчали соски в разные стороны, как у этих порнозвезд, значит, на некоторых порноканалах. Я буду таким, какой я есть. И самое важное, чтобы в вашей памяти остался человеком, который избавил страну от этих мразей. Я вас очень люблю. Вадурец Кусяра Фрумасом Континуаре. Жос Плохотнюк, Жос Ачес Гриминал, Шарушини Челор, партнер Европен, Кариси Сусцин, Ачест Режим Бандитеск, Дуарди Сунуш Пярдыш Ениште Функти, Кари Леаун Оксиден, Дуарчи Сун Куратор Перепублика Молдова. Вайбеск, Бадурецко Сярабон. Увидимся, ребят, пока.